же Хэппи-мил Хаги-Баги! Посмотри, это же игрушка Хаги-Баги! Эй, Хаги-Баги, где ты, выходи? Эй, Хаги-Баги! Я вот и сам Хаги-Баги! Господи! Чё творим, бро? Меня зовут царь Геонис! И бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду! Ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! И банда, совсем недавно мы сняли смерть настоящего Хаги-Баги! На свой трон я смог снять, как их убила Поппи из игры Поппи Playtime! После чего вкинула их тела в костер, и они просто сгорели! Я все еще в шоке, что смог снять такое безумие! Но перед этим я успел сам сделать куклу Вуду на Хаги-Баги, снять с него маску и даже разрезать его! Мы достали настоящие внутренности Хаги-Баги! Но после смерти Хаги-Баги в Макдональдсе в 3 часа ночи появился проклятый Хэппи-мил с этим монстром, который я могу заказать только в 3 часа ночи! Именно поэтому сегодня я это сделаю, чтобы проверить эту легенду! Ну и банда, давайте под этим видео наберем 20 тысяч лайков! И тогда в 3 часа ночи я посмотрю проклятый эпизод Хаги-Баги! Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда! А еще там иногда выходит секретная информация про разных Хаги-Баги! Так что, бандит, скорее смотри в описание, ставь лайк, а мы тем временем заказываем этот Happy Meal, погнали! Что ж, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже 3:30, практически полчетвертого. Мы заказали Хэппи-мил полчаса назад, его все еще нету. По идее, курьер уже должен быть где-то на подходе. Ты слышала? Да, кто-то звонит, звонок. Неужели это курьер принес наш проклятый Хэппи-мил, Банда? Давайте быстрее посмотрим. Кто там? Там никого нету. Кто-то дозвонил в дверь, давай посмотрим. Давай. Что за бред? Ну что, Сереж, там кто-то есть? О, это наш Хэппи-мил. Но что с ним? Почему он в крови? Что это за кровь, Сережа? Что происходит? Я не знаю, что это за кровь, Настя, но это полная жесть. Да. И нету курьера. Неужели это кровь курьера? Ты видишь? Да. Я просто в шоке, Банда. Что это за жесть? И обрати внимание, он полностью запечатан. Да. То есть этот Хэппи-мил доставляют прямо с Макдональдса. Но это просто жесть. Что это за кровь? Она настоящая и свежая. Ты видишь это? Ужасно. Я просто в шоке, Банда. Ладно, давайте уже его откроем, посмотрим, что там внутри. Итак, я открываю его. Просто жесть, Банда, мне так страшно. Ого, глянь на это, это же Хэппи-мил Хаги-Баги. Здесь прям его фотографии, это просто жесть. Настоящий Хэппи-мил этого монстра. Его мы откроем чуть позже. И здесь даже есть Кока-Кола, Банда, просто посмотрите. Что ты слышишь? Там? Это не сильно похоже на звук льда. Да. Это очень странно. Позже мы посмотрим, что там. О, черт, просто посмотри, это же игрушка Хаги-Баги. Он так сильно похож на настоящего Хаги-Баги. Прям жесть, Банда, ты видишь да. это? Это такой ужас, тем не менее, Банда. Давайте откроем этот Хэппи-мил и посмотрим, что там. Просто посмотрите, какой он жуткий, Банда. Мне реально не по себе от этого Хэппи-мила. Итак, я пытаюсь как-то аккуратно его открыть. Мне очень интересно, что там. О, черт, Банда, что это такое? Посмотри. О, черт. Ты видишь это? Да. Почему она вся зеленая? Что с ней случилось? Это просто жесть, Банда, она еще полностью ломается. Ты видишь это? Глянь, что? Что это такое? Что это за слизь? О, черт, Банда, я просто в шоке, ты видишь это? Да. Что это за жесть? О, черт, давай еще больше вытащим, да, просто посмотри. Она полностью испорчена, я в шоке, Банда, фу, как это отвратительно. Тем не менее, где-то там должен еще лежать наш бургер. Давайте его посмотрим. Он тоже зеленый, ты видишь это? Что это? Это просто жесть, глянь. Здесь какая-то слизь, ты видишь это? Отвратительно. О, черт, просто какая-то жесть, он испорчен,
полностью, глянь на это! Господи. Я в шоке, пан, да что это за слизь вообще? Неужели это слизь Хаки-Ваки? Это очень странно, пан, да тем не менее, просто глянь на этот бургер, я в шоке! О-о-о. Как думаешь, стоит его пробовать? Нет, не ешь! О, черт, возможно, ты права, кто знает, что это за синяя слизь? Я просто в шоке, пан, да вы видите это? Просто какая-то жесть, фу, это так отвратительно! Тем не менее, у нас здесь еще есть Кока-Кола. И в ней какой-то неестественный звук. А еще посмотри, как она запечатана просто скотчем. Я предлагаю сорвать этот скотч и Кока-Колу вылить. И посмотри, что там лежит на дне. Ну, давай. Ведь это точно не лед. Тем не менее, иди сюда быстрее. О, черт, панда, я так переживаю. Вроде бы на вид обычная Кока-Кола. Тем не менее, давай просто выльем. Это такая жесть, панда. Глянь, там иголки. Ты видишь это? Просто жесть, если бы эта иголка попала внутрь моего организма, я бы просто умер. Это ужасно, нас хотели убить, банда, просто посмотри на это. Настоящие иголки, ты видишь? Это просто какая-то жесть, банда, я в шоке. Нам нужно быстрее избавиться от всей этой еды и проверить эту игрушку Хаки-Ваки, потому что она очень сильно похожа на настоящего. Я думаю, что нам стоит поставить камеру на него и снимать его все время. А мы тем временем уйдем куда-то с дома, чтобы он знал, что у нас нету дома. Давайте просто эту игрушку оставим на столе и направим на нее камеру. Возможно, наживаем и снимем ее движения. Это же будет нечто, банда. Просто посмотрите на него. Окей, вот так аккуратно. Мы скоро вернемся. Хаки-Ваки, он же был где-то здесь. Что за бред, банда? Неужели эта игрушка реально живая? Как он вообще свалил мою камеру? Нужно быстрее его найти, пока не поздно. Эй, Хаки-Ваки, где ты? Выходи. Эй, Хаки-Ваки. Мы тебя не боимся. Выходи быстрее. Куда же он мог деться? Я не понимаю, банда. Я думаю, что нам надо посмотреть то, что сняла наша камера. Возможно, мы сможем увидеть, как он ожил. Итак, банда, вот что сняла наша камера, пока нас не было дома. Просто посмотри. Смотрите, Хаки-Ваки сидит и не двигается, как он тогда ожил? Ты видишь это? Он реально живой, банда, я просто в шоке! Он только что ожил на наших глазах и просто выключил мою камеру! Это просто жесть, банда, эта игрушка по-настоящему живая, и она теперь где-то у нас дома! Нужно быстрее поймать, пока он еще не выбежал в подъезд и кого-то не испугал! Я просто в шоке, банда, он реально живой, как настоящий Хаки-Ваки! Это просто жесть, банда, я в шоке, что эта игрушка реально живая! И он может быть таким же самым убийцей, как и настоящий Хаки-Ваки. Только вдумайтесь в это. А еще я думаю, что это не единственная живая игрушка Хаки-Ваки. Их может быть сотни и тысячи. И некоторые из них уже могут жить у некоторых детей дома. И возможно уже даже некоторых убили. Только вдумайтесь в это. Живая игрушка Хаки-Ваки убила какого-то ребенка. Тем не менее, я уверен, что эта игрушка все еще где-то в моей квартире. Потому что когда мы уходили, или мы закрывали двери. Он бы точно никак не смог сбежать. Нужно быстрее его найти, Настя. Да, давай быстрее. Ищем его, Хаки-Ваки. Ай, Хаки-Ваки. Проходите сюда. Два. Мы знаем, что ты в квартире. Иди сюда. О, нет, Настя, быстрее. Что там, Сереж, что случилось? Просто посмотри на эту синюю слизь. О, это та же слизь, что была в бургере и в картошке фри. Да, это и вправду похоже на ту слизь. Но откуда она вообще берется? И где сам Хаки-Ваки? Куда он мог деться? Ой, Серёж, что это? О, черт, посмотрите, это же эта слизь. Я просто в шоке. А вот и сам Хаки-Ваки. Господи! Идите. Да! Настя, помоги мне! Черт, о, господи! Да мы все в порядке. Где он, Настя? Куда он делся? Я не знаю. Он же был где-то здесь, что за бред, банда, Настя, куда он мог деться? Он напал на меня, банда, просто жесть, что у меня здесь? Царапина! О, господи, он поцарапал меня своим зубом, только вдумайтесь в это реально живая игрушка! Нужно быстрее его найти, куда он вообще делся, он должен быть где-то в квартире, да. Посмотри! Дверь открыта! Да, нужно быстрее, да пойди, сейчас я биту возьму! Хорошо! Только, Настя, нужно быть максимально тихими и аккуратными, это просто жесть, банда, мне в этом...
это не верится, настоящая живая игрушка Хаги-Ваги в нашем доме. Господи, Панда, я надеюсь, что он в этой комнате. О, черт, ты видела? Да, это он закрыл дверь, быстрее, мы должны его поймать. Сейчас мы его поймаем. Выходи, Хаги-Ваги, мы знаем, что ты где-то здесь. Где он? Не знаю, он просто исчез, снова его нигде нету. Что за бред, Настя, куда он девается? Я просто в шоке, Панда, он снова куда-то исчез. Нужно его быстрее найти, пока он не убежал. Да. Возможно, он где-то в этих коробках. Да. Вроде бы нигде его не видно, куда он вообще мог деться? Это просто какая-то жесть, Панда, он снова куда-то испарился. Настя! Ой, нет! Быстрее, хватай его, Настя! Я пытаюсь! Нужно быстрее его остановить, пока он полностью не закрыл двери. О, черт! Почему он такой сильный? Это жесть, Панда! Я не могу ничего сделать, просто посмотри! О, черт, он просто закрыл двери, я не могу их открыть! Это такая жесть, почему эта игрушка насколько сильная? Нужно быстрее что-то придумать, Панда! Позвони в полицию, может быть они нам помогут? Не знаю, вряд ли, не поверишь, нас дома настоящая живая игрушка-убийца, но все же им позвоню! Итак, Панда, я уже набираю 02. Надеюсь, что они мне ответят, это просто жесть, Панда, я так переживаю! У нас дома настоящая живая игрушка-убийца, но мне не отвечает полиция! Я просто в шоке, Панда, что вообще происходит? Они все еще не берут трубку. Это ужасно, Панда. Вдруг нас сейчас убьет эта игрушка, они просто нам не отвечают. Я в шоке, что вообще происходит. Тем не менее... В смысле? Я не знаю, он просто отпустил и ушел. Что за бред? О, господи, Панда, посмотрите. Аккуратно, он может быть сбоку. О, черт, вроде бы никого нету. Это просто жесть. Нужно быстрее сбежать с квартиры. О, господи, это Хаги-Баги. Что за бред? Он смеется, у него есть свой голос! Я убью вас, я нас уничтожу, я нас уничтожу! Что ты несешь вообще? Это жесть, Панда! Быстрее прячемся, это просто жесть! Это живая игрушка Хаги-Баги нам угрожает, я в шоке! Нужно быстрее спрятаться под одеялом, чтобы он не знал, где я прячусь! Это такая жесть, Панда, вы видели это? Он просто выпрыгнул на диван, начал нам угрожать! Он реально собирается нас убить, я в шоке! Это такой ужас! Нужно прятаться здесь, чтобы он меня не нашел, нужно быть тише! Это такой ужас, Панда, надеюсь, что Настя сможет спрятаться где-то! Я в таком шоке, живая игрушка Хаги-Баги нам угрожает! Что это? Я слышу кого-то, кто-то вошел! О, черт! Кто здесь? О, черт, я же отчетливо слышал, что кто-то вошел! Что за бред, Панда? Кто здесь? Выходи, я не боюсь тебя, Хаги-Баги! О, черт, что за бред? Просто... Серёжа, ты можно к тебе? Да, быстрее прячься, ты видела, где Хаги-Баги? Я не видела! Это жесть, он реально хочет нас убить, я в шоке! Надеюсь, что он нас не найдет! Я реально в шоке, Панда, это настоящая живая кукла Хаги-Баги! Мы видели, как убили настоящего Хаги-Баги, теперь еще нам угрожает его игрушка, маленькая копия! Ты слышала? Да. О, черт, неужели это он? Мне это просто страшно. Жесть. Будь здесь и тихо. Если что, лови его. О, черт. Кто здесь? О, черт, посмотрите, дверь открыта. Неужели Хаги-Баги уже вошел в мою комнату? Это просто жесть, Панда. Где он сейчас? Я так напуган. Вы даже не представляете. Это настоящая кукла-убийца. Посмотрите, вот он. Что тебе надо, Хаги-Баги? Попали, заходи. О, черт. О, господи, быстрее. Да, я ловлю его. О, господи, Настя, помоги мне! Ты поймала его, Настя! Господи. О, черт, держи его крепче! Это просто жесть, Панда! Настя поймала Хаги-Баги! О, черт, он пытается вырваться! Покажи его немного! Это жесть, Панда! О, черт, я просто в шоке! Где он? О, посмотрите, мы реально его поймали! Держи его крепче! Это жесть, Панда! Я в шоке! Вот коммент из-под прошлого видео! Просто какие-то шикарные, идеальнейшие комментарии! А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все про то же на видео. Лайк, колокол, коммент, это видео бандит. И также подписывайся, чтобы быть моей суприм банди. И за 20 тысяч лайков я разрежу этого Хаги-Баги. И помни одно, оставайтесь шикарные, пока!